О, новый зомби! Болотные! Новые насколько? Не знаю, болотные, ты их увидишь и сразу поймешь. Зомби-жрецы! Пошел, урод! Попадание, значит, денежки. Пошли на наше место быстрее, пока не убили. Давай, побежали! Хотя бы тут. Не прекращайте стрелять. Мы потеряли груз Красный Крест. Я снова готов драть. Смотри ко мне, Макс, смотри. Ай, черт! Это последний мост. Смотри! Идите к указанной кабине и пополняйте запасы. Броня летала, ее можно было как будто бы одеть. Здорово, когда никто не гибнет, а? Спасибо! Вон наше место рядом, кстати. Угу. Ну, устроимся там тогда. На вашем месте я бы запаслась гранатами. Так, опять патроны надо взять. Надо присмотреть проигрыватель. Столько пластинок вокруг, а слушать не на чем. Время почти истекло. О. Скорее! Все стоят около меня. Перерыв окончен. Пора за работу. На подходе еще мутанты. Мой совет. Если что, просто спрыгивай и все. Да. Ты ж помнишь, как мы тут стоим. Персерка зря. Вообще, этим классом опасно играть в высокой сложности. Но он максимально прокачанный, так что шансы есть. Все равно опасно. В последних волнах тем более. Ах ты гад, где стрелок этот сраный? Кажется, снизу долбанул. Пусть ты свое внимание привлек, а? Вот он. Только не умирай, только не на моем дежурстве. И стреляем по одному. На, я вас всех вылечу. Уже лучше, друг? Я снова готов драть задницы. Вот тебе на первое. Отряхнем копы. Yeah.
Не понравилось? Пойдем, красиво. Торговца? Красиво, рядом. Блин, у тебя есть 300 лишнее? Очень надо. Мне нравится, когда все возвращаются живыми. У меня всего 300. Дашь на медицинский дробовик? У вас нет гранат. Купите. Смотримся вполне себе как команда. Купи себе новое платье. Больше болтовни и больше внимания. Спасибо. Это чревато. Держи. Ты где? Ты где? Держи немного. Купи себе что-нибудь хорошее. И боеприпасы нужны. Зато если что эти... Я в курсе, у меня потому что ничего нету. Если что, я тебя сильно подлещу. Смотри, сколько около нас людей ждут. Поспешите, приближаются мутанты. Нравится, когда вас на куски рвут? Купите броню. Обеспечьте безопасность. Сейчас третья волна. Быстро я на свои позиции. Я буду прям жестко копить на диглы, а потом на 12. Я помогу тебе. Все то, что сейчас заработаю, швырну тебе. Мне дробовик, это то, что мне очень надо, чтобы качать и качать этого самого медика и тебе помогать. Ай, черт, Макс, у меня ж куча оружия было. У тебя много, что ли? Очень много. У меня патроны много. Потому что у меня патронов вообще почти нет. Держись! У меня только пистолет есть. Стандартный. И огненный этот дробовик. Вот тебе на первое. Надо внизу. Слишком мало у нас мобов. Держи! Уберсеркер! Так, хорошо. Нет! Все, ХП мне убил, блин, урод! Ты умер? Сзади подошел, у меня все, он все из всего меня сжег. Все, я тоже. Круто. Всего, блин, сжег, он сразу все ХП снял. За секунду буквально. Еще недавно у меня было 120, и спустя 3 секунды все. Гнида опять видимо. Уберите! За медицинский дробовик пиздец, как обидно. Но мы теперь не бойцы, пока если нам денег не будет. Лучше внизу держаться, Макс. Лучше внизу. Ну да. Там хоть шансы есть у нас. Особенно сейчас, когда у нас ни денег, ни оружия. Танцуем, девочки! Тут становится слишком свободно.
Это последний монстр. Идите к указанной кабине и пополняйте запасы. У меня пистолет уже начал подобрать. Подобрали уже. Нехорошо. Ага. Кажется, пора новую тату сделать. А где я сдох? А нет, нет, у меня есть он. Держи. А вот, вот, валяется. Как дела, банда? Блин, срочно мне пистолет нужно купить. А мы классные, да? Все, я, конечно, держимся вместе с другими, Макс. Но нельзя терять бдительность, верно? Интересные вещи больше не носят. Предлагаю вам купить броню. О, боже. Ты время где? Почти истекло. Скорее. Держи. Делаю а, это не тот, не план. Тот, блин. Ты просто классику надо уважать. Блин, и ты в костюме девки. Поддерживайте безопасность в зоне. Стой, патроны! О, спасибо. Так. После твоё внимание придёт, а? Давай, короче, туда пойдем. Хорошее начало. Бежим, да, ты прав. На пляж. Один выстрел, один труп. Я весь горю. Она стала видима. На тебе! О, Макс! Жрец их либо усиливает, либо хилит. Бери патроны, Макс, впереди патроны. Заходите ко мне. Кабина уже открыта. Славно. Здорово, когда никто не гибнет, а? Бэтмен, а? Это озвучка какая-то или кто-то реально кричал «Я Бэтмен»? Не знаю. О. Вы деньги заработали, а держи. Теперь тратьте. Кому-то деньги надо? Ай, стой! У меня много! Да! С
Стой, говорю! Кому деньги нужны? Прямо чувствую себя богатей. Купите броню. Все, вы мне спасибо. Нужны целыми и невредимыми. Ты броню купи лучше. Да не надо, не надо. Ты лучше это, а потом дай мне денег на дробовик медицинский. Защищайте эту зону. И патрошками поделись. А ты иди на... Мне никогда не нравился вид крови. Пляж. Я в порядке, спасибо. Сзади. Очень быстро они передвигаются. Ну да, это же не легкий и не обычный. Счастье это... Роботы круче. Они вообще ракеты есть какие-то. У них атаки другие. Сзади. Ой, как горю, жестко бьются. Ай, черт! Отстаньте от меня, уроды! Блин, две эти. Твою, блин, мать! Патроны кончаются! Осторожней, заряжай! Рада, что вы справились. Идите. Надо же, мы живы, Макс! Хорошо. Как так вышло, интересно. В тот раз никто не погиб. Чудесно. Стрелецко не значит, что можно курить. Добрый день. Заходите за своими орудиями труда. О, сколько тебе не хватает? Да я тебе могу сейчас дать пока деньги. Давай, на мне дробовик. Лечим бы тебя. Как новенький, класс. Все равно сразу все трачу. Ты в порядке? Если еще? Да, пойдет, еще, еще пару сотен. Сколько у кого патронов? Денежки для хорошего человечка. Хватит. Все, спасибо. Фу. Вижу, у вас нет гранат. Это разумно? Теперь я знаю, о, почему говорят. Ну, если что, у тебя есть хороший медик. Кстати. Чё? Ну, в случае чего, я тебя могу быстренько полностью отхилить. Да, я теперь на 12 буду копить. Безопасно. Ага. Я тебе скину денег. Поддерживайте безопасность в зоне. Чёрт в зону, мы не выживем. Если я не пойду туда. Это боеприпасы, смерть. Стой, Макс, боеприпасы. Ой-ё. Давай!
железо долез в огромных количествах. Мясник! Я помогу. Дома вы потеряли. Лечим к тебе. Горит, горит! Лечим к тебе. Надо же, мы бы еще живы, прикинь. Их еще много. Из чего он стреляет по мяснику? Кто? Не знаю. Он его с одного выстрела убивает. Наступление ослаблено. Ох, мы живы, прикинь. Пополняйте запасы. Удивляюсь, как вы на ногах стоите. Но эти препараты вас в буквальном смысле залатают. Словно заново родила спутанцы. Мы для вас слишком лютни, а уж чересчур. Блин, а на 12 не хватает. Дам тебе, дам. Сколько не хватает? Мы деньги заработали, а теперь тратим. Все, хватит. Дай, пожалуйста, мне еще денег на патроны. Угу. Все, так, сейчас смогу дать. Предлагаю вам купить. И остальные патроны так возьму. Пошли пока это. Я заберу у тебя деньги. Ой, патроны. На пляж. Послушай. А мы же еще. Защищайте. Чуть-чуть не хватает. Мне спасибо. Всем внимание. Давай сейчас можно взять уже. Только не умирай. О, только какой огромный массы пошли. Держись!
лампочки идут. Твою же мать, только этого нам не хватало! Лечу медиков! Нет, нет, нет! Пошли вон, уроды! На! На, не пошки, лечитесь и помогайте нам! Попадание, значит, денежки! Где ты? Вижу! На, Макс! Резко лучше, да? Да. Я понял, из чего он стреляет. Здесь как. С рельсового оружия. А, ну да, знаю, отличная штука. Помнишь, топовая? Парни, держите еще одна лампочка! Почему так патроны быстро кончаются? Нет! Не умрешь! Так хорошо. Это твой! Последний монстр. Идите куда. Я как мог тебя лечил, Макс. Как мог? Мне нравится, когда все возвращаются живыми. И денег как мало дают. Все живы! Ты чувствуешь? Пожалуй, нет. У тебя 12 хотя бы есть? Да. Это новенький, класс! Терпится вернуться к делу. У вас нет гранат. Купите! Я в норме! Ох, это резко. День в деньгах просил, как только патронов накупил. В данный момент все хорошо, но тишина мне не нравится. Поспешите, приближаются мутанты. Стой, патроны дай! Пойдите, отличитесь. Деньги закончились. Стой, говорю! Всех руки, ноги на месте. О, спасибо. А там потрошку совсем мало. Окружили со всех сторон! Ты куда бежишь с патронами, придурок ты? Он берсерк, и ему патроны. Нахуй? Это же не аптечка. Она осталась. У нас потери. Это сейчас он не берсерк был? Да, Макс, думаю, мы сейчас уже подохли. О, Макс, два мясника! Нет, пошли вон!
Только не убирай. Только не на моем дежурстве. Пусть ты твое внимание привлек, а? Ух, флота сегодня недостаточно. Макс, у меня проблемы! А, вот и деньги на ножках. Не, пустите, пустите! Селяйся. Как могу. Рада, что вы справились. Это же я всех выкинул, Макс. Вы знаете, как выжить на поле боя. Хороший инстинкт. Это я убываю. Да, слышу. Так, сейчас нужно закупаться броником. Без него вообще смерть может быть быстрой. Мнум звать Рей. Я жить в пещерах. Рисовать краска на стенах. Знаете что? Я почти удивлен, что вы еще деньги живы. Деньги! О. Нравится, так. Когда вас на куски рвут. Купите броню. Ай, черт! А, да, точно. Оп. А, 12. Время почти истекло. Ты где, Макс? Скорее. Патрошки нужны. Удачно. Но не стоит расслабляться. Ты где? А вот где. Да. Слышу. Стой, патрошки дай. Поддерживайте безопасность в зоне. Ты их можешь взять примерно с 2 метров. Убить кучу мутантов, заработать, разбогатеть. Опять. Чтобы хорошо. Вот тебе на первое. Эй, я вообще отстающий. Иди, дальше. Остановишься, считай, мертвец. Это точно. Либо быстрый, либо мертвый. Быстрый и мертвый. О, ну как раз эту территорию защищать надо. Ой, ой, ой.
Ты где там? Не благодари. День прошел плодотворно, и все вернулись живыми. Хорошо, что это не моя кровь. Кстати, как там переделывать? Так, быстро, параметры управления. У нас почти не осталось времени. Выбирайте. Деньги надо? Я сегодня щедрая. Кому деньги нужны? Макс, как изменить оружие? Ну, в смысле, оружие это самое... Скорострельное оружие! Тип стрельбы! Как? На колесико нажать. А. Поспешите. Спасибо. Приближаются мутанты. Идеальные патронки нужны. Это какая волна? Десятая будет? Защищайте эту зону. Да. Вон патроны лежат тут. Ха-ха, сраный берсерк. Опасные, да? Да, мне нравится то, что никто не погиб. У нас уже быстренько сдохли парни. Берсерк быстро сдох. Не удивительно. Нефиг убегать было. Попадание, значит, денежку. Я смотрю, у тебя проблемы? Куча с другой стороны бежит, Макс!
Поддержим огнем! Давайте, парни! Чёрт, уроды, отстаньте от меня! Фу, сейчас будет босс, Макс. Что делать? Выбышь, но определенной ценой. Нужно покупать другое оружие срочно. Мы все в порядке. Хотите от меня совет? Запасайтесь гранатами. А где рейлган? А вот, нашел рельсотрон, но блин. Где? Быстрее говори. Стрелковым оружием. А не снайперское. Ну, класс снайперское. Какой? Снайперское, снайперский прицел. Класс, ты можешь назвать? Как дела, банда? Пожалуйста. Меткий стрелок. Так сразу. Ай, чё? Последний шанс. Мне кабину отключать нужно. Ай, к чёрту, буду сходить с тем, что есть. Заряжаю. Кабина закрыта. Пойдите, отличитесь. Вот ты еще что за чудовище! Стрелять по непокрытым частям. За ублюдок какой. У меня патроны. Блин, совсем близко будто бы. Вижу! А где у него непокрытые части? Вопрос. Здесь!
Ты где? А вот вижу. Пустите меня, прошу меня! Прошу! И вылечу я тебя! Нашел патрон! Мы выжили. Это было жопно. Наличку, друзья. Кому деньги нужны? Фу. Ну, хоть мастер медицины не я. Но я стою боевик. О. Неплохо. Скину еще карту.